Заиит, радуйся, глаголя носи. Я не могу петь про Богородицу, прямо без слез. Еще, да? Попробуй. Старобрядцы, они делятся на несколько, так сказать, направлений. Вот наше направление, оно называется белокреницким. Архиепископы, митрополиты, вот, которые централизованно у нас находятся в центре Москвы, на Рогожском поселке. Вот. Не коня, не крестицы, триперстия. То есть у них подразумевается, что вот это Христос, две его сущности, человек и Бог, а это Бог Троица, Отец, Сын, Святой Дух. А на кресте был распят только Христос. Отец и Дух Святой не были распяты на кресте. То есть вот это тоже ересь. То есть, ну понимаешь, ересь на ересь, ересь что погоняет. Ты мученик Алиста и Бода, и Эрмогена, и народные братья, и поплоти. Я ходил в Никонианскую церковь, вот, а потом вопросы начали возникать к этой самой, к Русской Православной Церкви. Почему там, допустим, Алексей II с католиками отслужил службу в соборе Парижской Богоматери на тот момент? Почему сигаретами торгуют? Ну вот, нынешний там патриарх их, или кто там, митрополит, патриарх, не знаю. Все же, я даже не знаю, что и сказать. Вот я сын. Да, мое. Мое. 26 отпустил бороду. А он еще раньше. Молодец. Блюдет, старается, это же закон, надо исполнять. Детей уже вырастили, вот последний. 10 у нас, 10 детей. Это последний. А дом еще не сделали. И вот десятое. Больше не дает Бог. Мне даже скучно. Хотя забот много, работы много. Ну, вот, что-то нравится детей иметь. Раньше мне безразлично было. Есть дети, нет детей. А после пяти уже мне стало нравиться. Смысл жизни это вот у человека вообще как бы два путя. Либо ты в монахи идешь и посвящаешь жизнь Богу, либо плодишься, размножаешься.